И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Серега Енот, сегодня мы играем в Гаррис Мод, пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Давно просили, чтобы мы с Димоном поиграли за аниматроников, рубрика «Аниматроники пугают охранника, если пьете и кушаете». Приятного аппетита. Ну что, Димон, ты готов их пугать? Конечно, я готов, сейчас ну я что, только пацаны, аниматроников возьму. Нашивайте себе штаны толстые, особенно сзади. Будем сейчас мочить вас. Давайте. Одевайте. Димон, ты видишь, как тут лес еще улучшили? Мне эта карта, кстати, сегодня что-то обновилась. На улицу идем тогда. Да, выходи. Тут дремучий лес есть. Дремучий лес. Сейчас вообще нам здесь доски еще. Кстати, мы давно тут прятки не играли. Может, тут еще в лесу в следующий раз прятки замочим? Ты думаешь, тут лес обновили? Да, ребят, так что ставьте лайкосики, пишите в комментариях. Что нам в следующий раз записать? Да, Димон, обновили лес. Целых 100 мегабайт леса обновили. Так, что я? Добавили веточки, да? Так. Не-не-не. Так. Давай бери какого-нибудь самого старого. Да я нормальный, чё, я очень быстрый. О, можно я на тебя запрыгну, понесёшь меня? Все, вот кто я. Шкандыбаю на одну ногу. Большая черепаха. Сейчас, ладно, я пошутил. Без шуток, во. Братуха, давай, иди. Подожди, я за кого? А, мы братья, мы братухи, да, с тобой, ну. Близнецы. Во, давай, Димас, спецназ. Димас, что у тебя сзади воняет там? Это пружинка заржавела. Понял, понял, надо смазать тебя. Ага, смазать. Так, ладно. Давай, давай, лезь, не отвлекайся, очень все серьезно. У нас очень много дел. Как можно быть серьезным, если мы ползем как... Невидимый стань. Во-во-во, четко, четко, четко. У нас, кстати, уха нет, не было. Ухо видимое, слышим, да? Ухо, все плохо. Че, пацаны? О, они делают калитки вот эти вот. Че, убил их двоих? Конечно. Никого меня не оставил. Че ты обжора такой? Двери не закрывают. А вот так вот двери не закрывают, пришлось их убить. Че тут головой бьюсь об люстры? Ты очень большой. Меня спотыкаешься. Так, короче, давай. Мне не нравится аниматроник, он голимый. Давай лучше возьмем. Слишком мощный, давай другого. Вот зубастую урод. Блин, такого же взял. Да как мы с тобой одинаково думаем, что ли? Блин. Диман, ты повторяешь за нами. Давай в обход пойдем в эту сторону. В эту давай. Так, так, так. Вот, давай немножко шума создадим. Как помнишь, мы с тобой искали режим, зашли на один и тот же, даже на сервер один и тот же. Да, да, да. Открывайте двери, мы вам принесли. Пирожки с картошкой надо вам? Да. Серёг, что ты в руках топор держит? Фига себе. А он не достает, он не достает. Ах, блин, достает. Ты, блин, по лбу мне дал. Так, снял у тебя 32 хп. А я ему его жизнь за это забрал. Ты что тут машешь? Ого, а как-то дверь у них... Что? Как так-то? Че? А Димон, это ты сделал? Да. Управлять? Мочи, мочи его. Ты че там в щелочку заглядываешь? Они дверь закрыть-то не могут теперь. Так мы и зайти в нее не можем. А, не разбегайся. Да вот ты говно. Ты смотри, что делает. Все, все, нас нет уже, успокойся. Какой-то псих, что ли? Я пришел с гармошкой. Сыграем что-нибудь. Да, сейчас буду вам лобать тут. Какие песни знаешь? Серега, я сейчас опять вас замочу. О, пришел Балун Бой. Балун Бой по 5 хп, да, отнимает? Дайте пролезть как-нибудь, не могу пролезть. О, Димон, во! А, блин, арбалетом! Да как пролезть? Ага. Я их кусаю, вас. 5 хп отнимаю. Да ты у меня уже 10 хп отнял, что ли? Нет, не я. Ой, Димас, я неправильно починил дверям. Так, короче, я возьму... О, я возьму вот этого чику. Танцюрист. Ой, я вспомнил, мне надо кое-куда сходить. Куда-то в пиццерии подальше. А вы попробуйте двери закрыть, она закрывается вообще? Смотри, что они там делают, вообще разошлись. Попробуйте дверь закрыть, открыть, она закрывается? А, Дима, она сама выравнивается. Да, да, да. Ты видел, как она сначала полетела прикольно? Ты чё дерёшься? Так, короче, надо, Дима, как-то на нычку прийти, чтобы они не ожидали. Да, давай. Так, пусть двери откроют. План, я его придерживаюсь. Да, да, да. Опа. А!
Ты чё, он с бензопилой ко мне прибежал, Димон? Ты чё, он меня пилит! Сваливаем, сваливаем этого. Ты чё? С предельщика. Димон, я тебя защитю. Защитил. Все, я тебя защитил. Все, я пополз по стенам. А ты можешь? О, я возьму ползучего. Я практиковал. Во, класс, я реально ползать умею по стенам. О, кто-то на гитаре лупит. Да, только тут, правда, стены очень маленькие. Мужики, вы меня видите? Серега, ты сам себя убил. А, нет, тебя енот убил. О, ты тоже взял лефти? Да. О, не лефти, а... Я сначала его взял, ну, типа, тебе сказал, по стенам буду лазить. Молот она. Опять мы вместе взяли. Как-то стрёмно он лазит. Смотри, Дарт Вейдер, блин. Хорошо. Star Wars в другом месте находится. В другом паке. Вот да. Эндер вообще сила. Просто сильнейший аниматроник на планете. Что, Серега, будешь открывать нам дверь? А ну, Димон, как-то надо западло им сделать. Димасик. Ай-яй-яй-яй. Я знаю, тут проходы другие. На. В курсе? Еще дамажит. А, давай к ним, я знаю, как можно пройти. Так, вентиляцию нам нужно. Вентиляция. Найдена успешно. Дима, знаешь, где я? Где? У них, внутри. Мочи, мочи их. О, я вижу, там что-то творится. Я через вентиляцию прошел к ним. Я тоже лезу. Да? У меня очень медленный мужик. У них две вентиляции, кстати. На. У них корень какая-то совсем бабушкина. Очень. Ого, они тут что-то и... такое... Ого, Димон, у них калитка какая-то бешеная. Вы чё, тут психи, что ли? Мясорубка какая-то. Здрасте. Здрасте, я к вам. Ого, у них дверь. А? Димон, я не хотел тебя убить. А я думал, они. На, убивают сами себя калиткой, красавчики. Я выхожу. Не попадает, не попадает. Ты что тут творится с дверями, что? Они убивают друг друга, когда с дверями есть. Серега, ну что, ты видишь меня или нет? А ты где? Что-то у вас очень слабое оружие. Вообще у меня жизни не отнимает, чуть-чуть. Ого! И копьями, и чем еще? Чё-то пацаны слабо. Ни о чем. Я ваша бабушка. Мочи, Димон. И я его, короче. А теперь мы можем выходить. Теперь выходи, дверь откроешь. Выходи, выходи. Блин, да что у меня поезд? Придавил тебя. Как-то больно. Больно, да? Все, я пошел. Ладно, давайте, удачи, не болейте. Ты чё купьями кидаешься? Да, ты не попадаешь, мужик. Ты косой. О, а, Фантайм Фокси. Ну вам тогда хана. Нет, ты нам ничего не сделаешь. Димас, заходи в дверь, заходи. Бока, что? А так что... Ого, ты чё, Серега, мне такое не берет. Я взяла. Не-не-не. Видно, не прямой был у меня удар. Офигеть, Масик. Это вообще жесть. Ничего себе, нас тут всех плюшануло как. Так, как-то слабо, мне кажется. Мои калитки снесло. А как тебе там? Они у тебя есть? Калитки-то. Это походня, крутой. Это я, подожди. Я очень крутой. Да ты молодец, да. На меня. О, к нам зашел какой-то мафиозник, или что это такое было? Капец, у них тут вообще развал у нас внутри. А что тут у них, короче, стола нету? Это я сломал. Понял. Да что я всех мочу, а? Кого вижу, того и мочу. Да я вообще-то невидимый был. А-а-а. Да. Так, сейчас мы возьмем. Кого мы возьмем? Мишку возьмем. Михаилова? Да. Михаил Круг, знаешь, такой? Да-да-да. А, этот не дамажит. Я Бонни. Ого! Топором зарубил.
О, Димас, у него пистолет читменский. Я защитил тебя. Да? Где он там стреляет? Ах ты жопа! Боишься, Серега? Напугал, нормально? Слабовато. Обосрался. Испугался? Обосрался. Так. Посидим тут на нычке. Такой. Ой, я тебя вижу, Димас, нычка твоя прикольная. Че ты камушками дверь стекла разломаешь? Так прикольно. Ты как ее ломаешь? Они уже лопнуты своим телом, просто пропрыгивай и все. А, не, у меня тело застряло в этом. Ах ты! Смотри, он к нам пришел! Димон, все, я объявляю войну. Ого! Давай я тоже объявлять начинаю. Так, объявление давай, Серега. Объявление войны началось, аниматроники против! Охранник. Да смотри, поехали. Какой он меткий! Вот, блин. Димон, как его убить? Да как-то по-хитрому. Ах ты жопа, мой трупейшн! Ты как и трупейшн полетает. На раскорячке, короче, лёг. Хорошо. Да как ты меня убил? Я иду. Читер, читер какой-то. Димон, как его убить? Да, хорошо, вот если просто. Надо взять, знаешь, какого аниматроника? Ну, какого? Который может вставать невидимым. Это сильного, да, надо взять? Да-да-да, как ты узнал? Я так практикую. Так, сейчас, мы возьмем. Во, все, Димон. Серега, привет. Ого. Убил. Я сзади был. Красава. Я по вентиляции пролез. А, опять мы с тобой одинаковые взяли. Ах ты. Фокси так кидает просто смачно. У нас добрый день. Ого. Они истребитель. Друг друга, что ли, убивали? Слышь, ты истребитель аниматроников, иди сюда. Да откуда ты берешься, крыса? А, блин, вот я все разозлен. Беру самого читерского аниматроника. Кто у нас там самый читерский? Твистед, наверное, да, какой-нибудь? Так, все, я тут стою на таком нычке, что я его по-любому убью. 1000 хп у меня. Че, кто со мной, а? Админский пистолет против... убьет тоже его. Нет, нифига. А! Блин. Убивайте его, диета. Я зато сейчас быстрый стал. На, на. Одного Димас грохнул, второго не успел. Есть, Диман, я отомстил. Я еще раз. У меня башка не помещается. Так, так, так. Кто еще? Да никто уже, мы всех поубивали. Да я не знаю. Нет, даже получается, что аниматроники выиграли? Конечно. Мы выиграли с тобой, Димон. Нет, Серега, слабое оружие, слабо, давай мощнее. А, ну хочешь мощнее? Да, мне слабое, давай мощнее. Димон, ты куда побежал? Уноси ноги. Ухожу. Какой-то слабый взрыв. Нет! Иди отсюда, сейчас взорвет меня. Тут что-то горит, все. Я ухожу. Ты что тут дыма? Ого, вот теперь точно снесло. Офигеть. Перчатка Тануса. Да. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Серега, Джокер. Как всегда, очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас FNAF 3. Рубрика «Аниматроники испугались охранника». Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Если опять кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Мы с Серегой вдвоем, а все остальные да. Аниматроники. Сбылась ваша мечта. Бабушкины калитки построены очень успешно. А живые это даже, калитки. Знаешь, это даже не бабушкины калитки, это какие-то мышеловки. Давай, Димас, продемонстрируй подписчикам, как они валят меня. С одного удара? Офигеть, я не знал, что они так лупашат мощно. Так. Интересно, аниматроников с одного удара тоже завалят? Не знаю. Нет, Серега, точно нет. Так, смотри, они же могут головой калитки толкать. Уходи, я тебе фонариком в глаза. Ай, блин, Серега, не подходи, это бешеные калитки. Калитки. Эй! Ой!
случайно выбежал. Обстоятельства. Вот случайно выбежал на дурачка. Извини, обстоятельства ударил тебя. Бывает, бывает. Да ничего, жить буду. О-о-о, смотри, идет. Эй, ты что там расшатал? Эй, под землю провалился. Мать, пошел вон отсюда. Бабушкина калитка. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Серега, нам ничего делать не надо, они друг друга watchят. Да. А я лежу, отдыхаю. Все хорошо, летим вовнутрь. Чпоньк. Слышу, челепиздрик идет. О, давай пускай его сюда, пусть заходит. О, челепиздрик. А он нам ничего не сделает. Да слышишь, снеговик, бомж ты. Ай. Они хотят, чтобы мы разозлились. Вы, ребята, потом поймете, почему рубрика так называется. Аниматроники испугались охранника. Это только начало. Так, я пока не буду идти в офис. Я возьму какую-то оружку сначала. У нас же есть замораживающее, ты помнишь, оружка? Да, ну это чересчур, Димас, по-моему. А как я... Нет, только убиваться одного раза не чересчур? Нашел, нашел. Ладно, Серега, не надо его использовать. Я возьму полегче, я возьму монетку. Это не полегче оружие. Это реально читерское. Только ты себя не бочкани. Аккуратно, аккуратно. Ну, извини, Димас, если убью, то это обстоятельство будут. Так, челепиздрика трогать мы не будем. А ты что тут? Ты как он замораживается, деревяшкин? Где, 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 где? Я бегу к офису. О! Смотри! Да блин! Мы живы! Я его заморозил! А я его убью! Да слышишь? Ты офигел, мистер! Я их заморозил! Ты задрал! А, меня монетка всрала! Она бывает как-то просирает, да, Серега? Да! Пацаны замороженные там стоят! Я их пойду размораживать! А я пойду их мочить, как разморозишь. Так, а, они уже живые тут. Не, мертвые. Так, все, пацаны, уходите. Ты Джокера не разморозил. Ой, прикольно оружие. Все, давай. А что будет, если я его заморожу? Ой, а что-то... Эй, да что это за баг? Ребята, прикольную рубрику можно с этим придумать. Замороз правильного аниматроника. Можно как. А плохо, что ники не видно. Можно было рубрику сделать. Не убивать, а замораживать. Димас, да. Ты знаешь, заморозь его, смотри, с этого челепиздрика падает капхедик. Пошел вон отсюда. А ну пошел вон. Эй. А ну пошел вон. Так, Серега, надо наши калитки раз. Эй, давай, давай, давай. Закрывай, закрывай, закрывай. Держу, 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 держу. Я ему сейчас в ногу буду стрелять. Да? Ах ты кабака такая, Димас, я умер. Я держу далеко калитку. Я его не пускаю. Отлично. Димас, я бегу. А, если он зайдет, я его заморожу. Да. Оп, давай, кто следующий? Ха-ха-ха, я же говорю, я его заморожу. Они, Серега, безобидные. Ай. Отлично, калитки работают хорошо. Я разозлился. Прикольно, сок яблочный. Так, ну, нормально все стоит, четенько. Ой, это что-то какой-то баг. Пацаны нас хотят убить. Слышишь, идут, дверями щелкают. Да-да-да, вон он уже вылазит. Отходи. Хорошо, от давай. Опа. Это мой собрат. Опа, их уже двое. Ах ты жлоб, если ты сейчас превратишься, я тебя убью. Пацаны, открыта дверь, заходите. Я обманул. Да так нечестно через дверь убивать. Ты читер вонючий, как и... Ой, как и я хотел сказать. Так, ты слаживаешь боньку постоянно. Я переодетый охранник. Ты меня палишь, да? Конечно. Так, давайте посмотрим. Так, пахнет. Серега, знаешь что? Давай я тоже возьму монетку. Оно вам не поможет. Ой. Димас, монетка всрала.
Ой, Сережка! Ну блин! Обстоятельства! Давлю, давлю, там кто-то хочет наши калитки открыть. Нет, не хочет. Хочет. Бабушкины калитки в действии. Знаете, что это такое, да? Да. Запускать людей. Ой, я его впустил. Только ты ж добрый, да? Фу, ё-моё. Серега, я считаю, что пора их наказывать. Да, соглашусь, Димас. У меня уже терпение заканчивается. Пацаны, как вы думаете, если мы возьмем обнинский пистолет, долго вы проживете или нет? Нет. Серега, давайте, я вас открываю охоту на них. Бери обнинский пистолет. Выдай мне. Выдаю. На тебе много штук. Я не знаю, зачем, но пусть будет. Пошли. Ой, а что это? Окей. Идем. Внимательно, а внимательно, где? Чекай. Я вижу. Простреливай, Убил. Отлично. Давай, 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 давай. Пацаны, ну давайте, кто из вас на нас теперь? Вы уже не такие модные, как раньше. Где вы, где вы? Ой, да где вы? А мы в Караганде. Мы в Караганде. Ах ты, какашка такая. Хорошо. Волосатая. Мы с тобой вдвоем виноваты, знаешь почему? Мы поспешили. Надо было немножко осторожно находиться. Поспешишь, людей насмешишь. Так, Сережка, на. А, у тебя еще есть? Поехали. Погнали. Ой. Не понял, я даже ничего не... О, Чика полетела. Пока, Чика. Открываем. Ты где, Димас? Я в пиццерии, на крысу здесь иду. Вот я вижу. Я за тобой. Так. Я иду проверять, Димас. Там аниматроники, которые бывают на расстоянии, а они уже кончились у них. Теперь обычные остались. Убил. Отлично. Двух. Еще один. Я слышу, кто-то крякает. Марионетку кто-то взял. Я. Подправим калиточку чуть-чуть. Я никого не вижу, Димас. Я иду. Короче, я чекаю два прохода. Вижу. Это добрый. Я его убивать не буду. Ах ты бомж. А я иду на работу в пиццерию. Ой. Ты его заморозил, что ли? Нет. А чё он замороженный здесь валяется, челик? Где? Да вот, ой. Ой, извини, Димас, обстрелись. Нормально, веселимся дальше. Я думал, это Бонни, блин. У меня ж костюм переодетый. Да, ты слился с ними воедино. Так. Где вы? Ой! Отлично! Спасибо. Обращайся, у меня еще есть. Хорошо. Бон аппетитус. Так, Серега, а где ты? А-а-а! Я в пиццерии без оружия. Так, я иду тебе оружку давать. Я выбегаю. О, он ушел. Я возле охранника, офиса охранника. Я тоже, я тоже. Я тебя вижу, твои ноги, на пекаль. Где? О, пистолетик. О, хай, Димас, как там сидит? Да нормально. Кто там орёт на нас? Нет, там телепиздрика убили. Ай. Я Серега прикрыл. Прикрыл, но не Серега. Так что... Не-не-не. Так, я сижу на таком месте, меня никак не убить. Вот никак вообще. Димас, я думаю, пора еще более. Не надо на жестко посадить. Всех челепиздриков забрать. Сейчас, поймешь, Димас. Давай, я сижу здесь в таком месте, меня ничего не достанет. Никто ничего не достанет? Сейчас. Вижу, кто-то прошел там. Это добрый. Не могу пройти дверку. Ну все, пацаны, вы меня разозли. Пацаны, они в ловушке. Серега, они в ловушке. Я их закрыл. Да, красава! Это ловушка для аниматроников! Тебе еще надвигаются. А челепиздри, казачки. Так, если я убью тебя, Савка, я не виноват. Димас, все, начинается. Через 3, 2, 1. Не, ничего пора не будет. Я живой остался. Пора наказывать. Давай. А, нет. Я хоть знал, где эта вентиляция, на кусок на улице торчит. А что ты взорвал вообще такое? Ого, их подкидывало здесь. Смотрите, сколько здесь пилпаков было, пацанам, на запись. Чё, давай.
Я их замочу, Димас. Я тут взял пилпак, чтобы мочить аниматроников. Бум. Это пилпак хороший. Мне нравится, прикольный. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон Мага и Артём, и сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 2. Всем привет. Здорово. Ну что, Димон, давай, мы готовы, сжали булочки и будем тащить. Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Слышите смех этот? Блин, классные звуки. Это же этот. О, я камеры переключил. Как-то. Удачи тебе, Дим. Во, мы теперь видим проход, ребята. Чекаем проход. Смотрим, смотрим внимательно. Сейчас будет нам жопень. Тем более, я знаю Димона, он хитрый. Он сейчас как... Ты чё? Дверь, закройся. Мочи его. Опа. О, кружал. Камера работает? Работает. Чекаем, чекаем. Мы с Артемом спрятались, все. Засали, да? Один я буду тащить сейчас тут. Ого. Как ты красиво залез. Блин, эти звуки, они очень страшны. Стоит, ребята, смотрите, он стоит. Фредди бегает, 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 смотрит. Так, прыгает. Жопу нам пока... А, нет, просто развернулся. Смотрит в камеру, смотрите, ребята. Да, зубы у него страшные. О, побежал. Куда он бежит? Сюда бежит? Нету, нету его. Где он? Ах ты! Шка! Его не видел на камерах. Он через вентиляцию пролез или как? Я про левую вентиляцию чекаю, его там не было. Понял, он справа, значит, подошел. Смотрим камеры дальше. А чё он тёмненький? Я не знаю, потому что там нету освещения, наверное. Идёт, идёт, идёт! Это твист, это аниматроник, смотрите, жопа там здоровая. Угу. Ходит, ходит, заглядывает. Так, пошел, пошел. Блин, он так нравится мне. Идём не посмотри на него, если что, убежим. Он медленный, а мы быстро бегаем. Где он? Ого, чё там? Я его не вижу. Он может невидимым вставать, ребят? Бежи, Димка, бежи! Так, я запрятался от него, мне не везет. Я запрятался. Слышите, поет? Давайте я громче игру сделаю, подождите. Она уже идет, я успею громкость добавить. Во, идет, идет. На! Куда? Балди пошел опять. Балди, видно, ему мало. Балди, ты че, самоубийца, что опять пошел? Ну смотри, псих какой. Че, Димас, давай рискнем. Я с монтировкой сейчас ее попробую залупить. А, вот он! А нет, фух, я испугался, это Мишка маленький. Че, Дим, рискнем? Бьем монтировкой сразу, поняли, когда видите аниматроника, лупим всех. А я камерой забью его. Помню, как мы Мишкой забагали карту. Когда вылетел Гаррис Мод. Нет, я передумал бить монтировку. Убегайте. Он очень большой. Димон, видно, очень быстрый волчара. Классный скример. Мне понравился. Так, Скрэбэби, бежите. Я запрятался. Она меня не найдет. Не открывай дверь, не открывай дверь. Не посмеешь. Где она? Я не вижу. А, привет. А, привет. Я боюсь ее. Димон просто может с любой стороны напасть, понимаете? Тут все не просто так. Калитка не закрылась. Ребята, кстати, Димон Покемон тоже снимает ролик, и от лица аниматроников можете увидеть на его канале. Так что будет весело. Не трогай Мишку. Уа! Лупи, 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 я тоже захожу. А что это дохлый Бенди? Бенди, ты что, устал? Да. Ну просыпайся. Все валяются тут, короче. Диван всех поусыплял. Там кто-то ходит. Я вижу вдалеке. Блин, у меня мурашки по телу от такого жуткого смеха.
Интересно, кого аниматроник такой смех издает? Страшный. Умирает и умирают, а я живой. Может, он невидимый где-то здесь? Нету. И здесь нету. И здесь нету. О, Чика здесь маленькая. Малюсенькая. Велипиздрическая. Я там кого-то вижу. Нет, никого не вижу. Так. Музыка такая в пиццерии стрёмная. Так. Я зашкерился, пацаны. Будем наблюдать за аниматрониками. Димон, а ты дверью хлопаешь? Ну кто там ломает дверь? Все, я бегу. Кто-то как будто туалет и хлопает. Блин, нагнетающая обстановка, очень страшно. Никому не советую в этой пиццерии попасть ночью. И когда еще тут миллион аниматроников с разных частей. Так, так, так. Тихонечко идем. И чекаем все. Все. Я в безопасности, у меня нет труб. Ты в туалете, что ли? Он дверь открывает, закрывает, не страшно. Тогда он хлопает ей. Классные звуки издают аниматроники. Ой, слышу опять. Я дверь закрыл, все. Чего мы должны их бояться? Давайте попробуем замочить. Я, короче, беру 6 стволку, ребята. Во! Псих пришел наказывать всех. Ага. Опа, щик-щик, ну такой звук. Я люблю этот звук дробовика. Опа. Че, дверь закрыли, что ли? Ладно, дверь давайте. Заклинила. Ну че, пошлите мочить, ребята. Банда идет. Ну все, Димон, хана. Хана, хана. Нет, не хана. За 5 секунд убил. А я как челик на месте стоял. Так, 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 ждем. Блин, я его боюсь, он очень страшный. Так. Надо его мочкануть по-любому. Ну шо, иди сюда. Я тебя не боюсь. Все, убегаем отсюда, вон нафиг. Давай, Балди, садись тихонько. Фонарик отключи, палишься. Так, 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 ждем. Сейчас он, короче, выйдет с этой комнаты, сразу начинаем его мочить. О, я слышу. Меня напугали. А что я могу сделать? Димон играет. И он всех мочит. Есть, он там? Он там? А, Балди, это вы, Бенди, это ты. Я от страха уже тут кучу доложил. Тишина. А это ты, Димас. Да я сам боюсь сам себя. Я в зеркало смотрю и боюсь. Я хотел уже стрелять. Эта дверь закрыта? Ее нельзя открыть. Тоже нельзя. О, машинка стоит, давай уедем. Нет, мы должны хоть одного аниматроника попытаться убить. Там получится, не получится, посмотрим. Так. Там Балди бегает, нас ищет. Пусть ищет. О, Бонька. Он там? Свет, он горел. Да, горел. Он там. А, на тебе, блин, я не успел. Хоть одну пульку в живот выстрелил. Блин, этот аниматроник очень страшный. У него глаза тут еще мигают. Слышите? Как будто кто-то там шипит. Это пиццу жарит что-то? Кто-то. Че, где как? Ах ты, шки, мартышки. Я испугался. Эфти. Хорошо, я иду. Я иду. Мочи его. Я панику убил случайно. На, в жопу ему пулей. Он тут, это, где аниматроники стоят, бегает. У Лефти уже жопа раненая, мочим его дальше. Ночной режим рубли. Я его не вижу. Где он, где он, где он? Пострелял в него в спину. Мы не видим, что ли, становится, или что? А, вот он. Мочите его, догоняйте его, он бежит от нас. Он тут в туалете.
На тебе! Блин, патроны кончились! Он убегает, догоняйте, догоняйте его! Зассал, что ли? Блин, а где он? Я его потерял. На, дробашом! Крутой дробаш, крутой. Где он, где он, где он? Я его не вижу. Убежал, убежал, я его увидел. Он очень быстрый. Очень. Значит, он в другой туалет зашел, ребят, он здесь. Нет. Боится нас. Я помню. А, вот он, сзади, сзади. А! Мага по ногам новым. Он так отлетает, вот это у него кровавый понос с жопы. Короче, давайте возьмем пожестче оружие. Я буду топором бить, во! На тебе топором! Топором? Такой крик страшный. Мочи его! На тебе, на тебе. Если я убью своих, я не виноват. Ты мне 5 хп оставил. Ничего страшного, не надо лезть под встречный огонь. Я буду... Давайте его домочим, осталось чуть-чуть, ребята. Дамачу его, давай, 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 он уже батарейки сели у него. Извини, мага, я так бывает. Я знаю. А не, у него 57 тысяч, что ли? Мы ему ноги отстрелили, кажется. Тот. Батарейка села, да? Хорошо. Я приговариваю эту пиццерию к самоуничтожению. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Кошак и Ваня. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, будем поднимать вам настроение. Карта у нас FNAF 6, и один из нас будет аниматроником. О, дай песенку спою для наших подписчиков. Давай, Витя, а ну-ка. Давай, 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 нашу любимую. Только заходи в пиццерию, чтобы было прикольно. И... Я беру, давай, а я иду, иду на работу. Блин, я об ступеньки ударился. Давай заново, фигня все. За это нам денег никто не даст. Миша, все фигня. Давай. Давай, а давай. Я иду, иду на работу в пиццерию. Буду работать и детей пугать. Радость доставлять, кого-то убивать. Ребята, ставим лайкосик, если вам нравится эта песня, как и нам. Ну что, пошлите, короче, в подземелье. Виктор, ну давай, короче, а, ты ж пока добрый. Да, мы ж не знаем, что у нас будет. Да, я добрый. Короче, незапланированный сценарий. Этот с копьем бегает, вообще псих. А зачем тебе это копье? Так, знаете, куда идем? Идемте. Идемте сюда. А, нет, стойте, там еще был подвал. Ну ладно, идемте сюда сходим. Экс. Так, 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 так. О, кстати, телепортирование еще мягче сделал. Красавчик. Димас, помнишь нычку? Там... Да, я помню, о, я помню. Идемте ее найдем. Ой, подождите. Витя-то про нее не знает. Знаю, как. Включите режим не это. Да все нормально, не ссы, я так 100 раз сделал. Эть, не здесь. Эть, не здесь. А где? Вот подожди. Здесь, Димас, Димас, стой. Эть. Здесь. Димас, эть. Вот здесь вот. Давай, Димас, давай, вот давай, идем. Вот, да, вот здесь вот. О, Витя, давай, найди нас, только без полета и без всякого говна. Виктор, ну что, нашел? Тихо, 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 он нас найдет. Давай ему подсказку дадим, Виктор, а мы здесь под землей, там где лабиринты. Землей, где лабиринты? А, он не знает FNAF 6, что ли? Да, он с нами. О, ребята, бейте его. Бейте его. Давно, дизлайки ставьте под его канал. Димас, а у тебя что за оружие? Норм. Я вас найду. Я одно подземелье уже нашел. Виктор, а ты записываешь сейчас? Да, 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 да. А, кстати, да. Можете потом посмотреть от лица аниматроника на Виктора Кошаке канале. Ссылочка внизу. Мы уже сидим на готове все, ребята. Все с пушками сидят. Этот вообще миниган взял мощнецкий. Так я тоже взял мощнецкий. Наверх посмотрю. Ого, мужики, давайте я тоже возьму, наверное. Я нашел еще что-то похожее. На, во, на эти теперь убили. Мы втроем. Воу. Написано, что 44, но на самом деле, походу, 440. Кто, как, с кем? А когда? Кто? Это мои друзья, это не я. Он где-то здесь! Мочи, мочи, он где-то здесь! Короче, я разозлился, но толку от этого никакого. Ну, было весело. Все, выходим, потому что этот секунд
нарывается на неприятности. Мочи его! Так, да, не, давай будем по-честному, на расстоянии нельзя убивать, только подползай. Хорошо, хорошо. Ну, по сути, они же не могут на расстоянии, да, убивать? Ребят, напишите, да. Ну, по правилам как, аниматроник должен впритык подойти. Зато я вас нашел. Вот он, вот он, вот он. О, уходи, уходи, давай его на улицу выманивай, этого кабана толстожопого. А ну давай. Ай-яй-яй-яй-яй, чуть-чуть. Ха-ха-ха, гасите, мы должны хоть одного убить, мочите его. А патроны кончились, стопэ, стопэ. Блин, он быстро ползает и громко. Давай, иди сюда, мужик. Я не хочу. Ты мне не нравишься. Ой, кто-то ему жопу взрывает. Да не меня же, ничего. О, это Серега, давай метеоритный дождь. Очень. Или в конце. Давай в конце. Я хотя его так и не видел, метеоритный сейчас. Дождь. Серега, ни разу в действии сейчас. Не видел. Отходи, Димас. Отхожу. Ай, блин. Виктор, возьми снова аниматроника. Это... Сейчас, секунду. Отойдите, отойдите от Виктора, сзади его. Все, отошел. На свету за вами. Ой-ой-ой, вся стихия против. На, это метеоритный дождь, ребят, вот как он смог. Все? Я не возьмешь. А, нет, я думал, будет пожестче. Отходи назад, Димас. Воу-воу! Круто! Вам только хуже. А что его не убило? Виктор, у тебя что, бессмертие включено? Да нет, у меня просто много хп. Как тебе метеоритный прям по металлу по жопе бьют? Ты должен был сдохнуть. На то я и железный, чтобы меня не убивали. Вик, все, хорош, ребята, вы уж убиваете не его, а нас, хорош. Блин, классное оружие. Ребята, в следующую серию, если вы хотите, чтобы мы затестили метеоритное оружие, ставьте лайкосик или пишите, мы хотим. И мы сделаем, короче, поставим много-много NPC-аниматроников, будем его тестить. Ну и админский пистолет тоже. Так, иди сюда, секунд. Минус один. Вот, это, кстати, его убьет хорошо. Димас, отходи. Петляем, петляем. Ай, засрали я, его, помню. Его ничего не берет. Так, а газ его не должен же брать, он уже не дышит, толку. Или он ржавеет? Ай, я ржавею. Это ржавее. Давай ржавей быстрее, стакан металлический. Бляшка. От ремня. Это не мат. Бляшка от ремня. А ты чё вверх? А ты чё вверх ногами? Это незаконно. Нарушаешь законы физики, говно такое. Ах ты, негодяй. Блин, ты вынуждаешь меня взять плохо тебе сделать. Извини, вырвалась просто. Ну ладно, все, не буду его больше брать. Просто очень хотелось оторваться от тебя. Блин, он взял эту Мари... А, я же ее убил, бэйби. Так она быстрая, а как мы от нее будем убегать? Так, ребята, я побежал, я вспомнил, мне надо кое-куда. Ой, зато я смогу его видеть, он меня не будет видеть. Так, Виктор, я сзади дома тебя жду, иди сюда, на стрелку тебя вызываю. За гаражами. Все, ты прошел уже мимо, возвращайся. Проби. Убери. Ой. Ты где? Круто, круто, нычка. Офигеть, он не видит меня. Как ты туда? Сдохни, 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 сдохни. Не залазь сюда. Блин, патроны кончились. Я тебя буду ножичком. Блин, не успел. Классно, да, нычка? Кошак. Воу. Кошак, обернись. Это был пистолет, да, вот этот козырный? Да. Я живу. Я тоже хочу его взять. Это дают. Класс, я тоже стрельнул. А у меня розовым цветом, Серега, у тебя желтым. Как вообще. Так. Она нифига не дамажит это оружие. Она дамажит, надо, чтобы цель стояла, ну, в центре. Тут столы все перевернутые, норм. Дима, смотри, радуги зависли. Я знаю, что. О, будет. Так это прикольно. Че, оставим или нет? Это маяки. Майнкрафт. Отвали от меня. Отвали от меня. Не бегай, не бегай, не бегай, я хороший. Во, да, минус ого, один. Ого, тут багается все в здании, это жесть. А че все дергается в здании? Давайте обнулим карту. О.
пошлите прятаться. И Виктор стал нормальным, наверное, да? Он всех мочит? А я живой, я живой. Я знаю, где ты сейчас. Серега, Серега, пошли за мной. Отойди, я сейчас Виктора, мне пофиг, я убью Виктора даже. Серега, а Quake 4 оружие ты тестил? Да, тестил. Блин, надо умереть, потому что у меня этот, не видно оружие, такой уже баг был, я помню, давно. Виктор, ты меня вынуждаешь это сделать. А что они то делают? Ребята, новый пак оружия, я его не использую. Ну что это за человеческие дела? А, это черное очко, я вспомнил. Черное очко. Иди сюда. Ты где? Все. А, блин, а так ты рядом был, ты далеко был. Ой, далеко рядом. Блин, это очко летающее, отойдите, а я пущу туда очко, проход. Летающее очко. А ты что, сзади подошел? Да, я стоял, ждал, пока ты это закончишь. Вот ты зараза, а. Молодец. Сейчас тебя немножко в аскадры вылетят, но это бывает. Воу, Серега, молодец. Ребята, мы разожгли. О, как Виктора, Виктора отбросила эта штука. Воу, круто. Я мансую от Виктора. Как бог. Сам себя убивает. А мне пофиг, я киборг. Я тупо киборг. Уху, это оружие имбовое. Отойди, отойди! Блин, я так хорошо тебя гасил и Серегу. Мне так понравилось. А я с гвоздомот лагаю. А, это оружие из-за моего, наверное, которое я юзаю. Вот это я вас... О, электричество, я помню это. Отойди, Емель. Оно сильно хоть дамажит или нет? Тут достаточно сильно, да, оно прям... Давайте его отвлекать. Давай его, электрически, это... Садись. Охотники за привидением. Серега, садись. Да не, там не такая музыка. Ты еще похоронный марш спой тут. Тур-туру. Тур-дуру-дуру. Тур-дуру-туру. Тур-дуру-дуру. Давай, иди сюда, Скрайбэйби. А как, подожди, получается ты что, Скрайбэйби это как я... Призрак? Или как это называть правильно? Я уже, короче, беру огнестрельное оружие. Бля, сколько у тебя тысяч жизней? 5500. А сколько... Блин, мне кажется, я прикольно умираю. Я ставлю лайк и умираю. А, эту анимацию я сам делал при смерти. Там есть такие настройки. Иди сюда. Это кислота? Нет. Лазер. Вот это сейчас было близко, что ж ты там... Блин, у меня лазер крутой есть. Минус один. Вот это ты тут на броневике. Неплохо, у тебя СРБ с этого валит. Как эта техника называется? Я его разнес. Это БТР. Аниматроник поломал броневик? Второй раз. Вот. А ну стой. Я хочу проверить, это убьет тебя лазер с одного раза или нет? А что там такое все слабое оружие здесь? Он всего лишь по 40. О, я помню это оружие. Шар такой огненный. В Анреале еще такое оружие есть. Говно, а? Говно. Блин, хотя ну блин, ну ты сильно имбовый. Тебе нереально убить. 26 киллов на вас. Давай я только ходить теперь буду. Давай, а мы тебя будем... Давай хоть убьем тебя уже или что? Тимас, к тебе идет. Так, я взял метеоритный дождь, я буду мстить. Правая кнопка мыши лучше нажимай. Правая кнопка мыши. Воу! Блин, это красное оружие! Убили. Убили, говно. Давай еще, я хочу еще так пострелять. Будешь у нас мишенью, мы потестим оружие это. Погнали. Воу, это на левую кнопку мыши я нажал, да? На левую ты вызываешь большой метеоритный дождь, он очень... Я хочу большой чуть-чуть. А он долго будет так мочить нас? Да. Вот, блин, нафига я это сделал? О, господи! Вообще лихо, а мне нравится. Давай, мочи, а я пойду в здание посижу. Кофе попью. Карта дрожит. Здание не убивает. Блин, нафига я нажал? Я же в здание зайти не могу. Блин, классная рука. На! Да, блин. Чебас опять. Воу, я не стрелял большой дождь.
Дость. А я иду до Димаса. Са убивать, разрушу метеоритом в голову получать. Ой, метка. Да отвали. Все ближе и ближе подхожу. Тебе везет, что там дерево, оно не попадает по тебе. А че меня убил мой метеорит? Сам себя убиваешь. Так, надо Виктора добивать уже, что это за дела? Так убивали сколько раз? Хорошо, я знаю, что надо сделать, у меня есть хорошая идея. Виктор, последнее слово твое. Я не сдамся никому никогда. Да, блин. Да ну не очкуйте, я так 100 раз сделал. Вот это дамажит. Красиво. Все, 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 зато тепло, как смотрите. Ага. Тепло? Подгорел. Короче, если вы хотите, чтобы на улице было тепло, взрывайте ядерную бомбу. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, Серега, как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 2, всем нравится, когда мы Димона Покемона пугаем, так что будем стараться сегодня веселить, поднимать вам настроение, если пьете, кушайте, приятного аппетита, пацанчики, поздравайтесь. Всем привет! Всем привет! Кстати, все просили, чтобы я Димона жестче пугал, так что, Димон, готовься. В смысле жестче? А где Димон? А где ты? Ладно, я возвращаюсь, я пытался сбежать от вас. Пошел отсюда, давай, это моя территория. Ты че бьешь меня? Так, я сейчас тебя засвечу. Тебя, Димон, слышно? Да, слышу что-то там, какие-то звуки. Трунь, трунь, как будто волна какая-то. Так, ладно, я пока буду патрулировать пиццерию. Я злой аниматроник сегодня. Да, ты злючка, пернючка. Так, ладно. Ой, 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 все. ФРБ, все, стою, стою, стою. А, у меня же этот ёлки-палки есть. Так, сейчас возьмем. Все, вы меня не видите. Да, а ты хитрый, какой ты молодец. Блин, ребята, лайк за ум Димона Покемона. Ладно, ладно, свой. Дай понюхай, стой, ты свой? Да, да. Да, так свой. Да не-не-не, не надо пукать. Мангл, смотри, какой красавчик. Не, некрасивый, уходишь, да? А че звук не от кастрюли? А-а-а, спасите! Туалет, открывайся! А чё я не лезу? Так. В это, идите пока на это на сцену, хорошо? Хорошо, давай. Дайте мне отдохнуть, короче, немножко. Вы идите на сцену, я тут кое-что вам приготовлю. Ой, сделай нам ловушки прикольные. Давай возьму там, где жизни 750, давай, стой. Во, я кошмарный Фредди, у меня 750, всё. Сейчас проверим, что нам Димон там приготовил интересное. Скажешь, когда идти? Угу. Я слышу, как он там мины расставляет. Нет. Да-да-да, я слышу это пиликанье. Да. Так, ты пехаться могу. О, я буду за Фокси, кошмарного. Я наблюдаю за ним, просто из-за угла. А, я ж невидимым могу стать. А я не могу, стой, я могу за кошмарного? Не могу. А NPC может. Ого! Вы что сделали? Я ничего не делал, я был далеко. Поганка. Опа, залазь в свою будку и сиди там. Все, не выпускай его, пусть там сидит хитрый жук. Так. Я ему свет включу, чтобы батарея быстрее садилась. А фу, он какашками кидается. Ах ты дерьмо! Фу, уйди, 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 уйди! Я ему отомстил. Пошел я купаться, говно вонючее. Мангл, помой меня. Я весь в говне. Так. Мангл приуныло. От говна? От говна, от говна. Она закрыла нос, фу, идите отсюда, от вас говно воняет за километр.
Так. Димон, ставишь ловушки? Да. Куда ты делаешься, Димас? Димон, тебя слышно или нет? Чего? Ты портал поставил! Профи, давайте я вам там тоже поставлю еще. А тебе слышно, как я бегаю или нет? Да, я слышу, топаешь там. Ого. Вы веселые ребята, конечно, я согласен. О-о-о! Как тебя, кабан мой? Нормально. Открывай! Открывай! Приходи, мы пришли тебя убить. Тут, пацаны, тут, короче, был охранник, но я его сожрал. Вот. Ах, ты не видел охранника здесь? Не, я его не видел. Ну когда увидишь его, скажешь, что мы ему привет передаем. Это точно не ты? Ты точно не охранник? Ну-ка, я Фредди. Понюхай. Фу, говно воняет, ну нафиг тебя. Ну ты похожий... Это охранник! Он маску снял. Прикольно. Ты охранника видел? Нет, не видел. Так, смотрим по камерам. О, четко. Быстрее открывайся, хата. Закрывайся. Ух, тебе повезло. Я, кстати, нажимал, чтобы тебя убить, но не смог. Так, надо тебе камеры поломать. О, привет. А где охранник там был в твоей комнате? Не знаю. Так, где там? Я пошел. Я вообще пошел на сцену, я там не знаю, что там за охранник, не знаю, так не знаю. А, это новый аниматроник, Серега, смотри. Да. Вы что это? Не узнали, братва, братана? Ну идем заряжаться, идем на сцену заряжаться будем. Заряжаться, да? Вставляй себе, короче, вилку, там у нас сзади разъем есть, вставляй. Вилку? В разъем сзади, да. Давай вы сначала первый, я потом подхвачу уже. Ну все, мы заряжаем, все, я заряд. Смотри, у меня сейчас будет туловище изменяться. Все, я заряжаюсь. Ну нафиг вас, Видишь, это был не аниматроник. А где он? Мочи его, мочи. А я знаю, где он. Его здесь нету. И здесь его нету. И здесь... Есть! Димас, а что ты не ослеп по твоих фотографиях? Ну, я просто интуитивно убил. Кстати, да, ты должен был ослепнуть. Я не знал, что я должен был ослепнуть от фотоаппарата. Буду знать. Новые правила. Понял. Пошел отсюда, говнюшка. Пошли отсюда. Я иду убивать. А, блин, никакие уже патроны не помогают. Ай! Отступаем. Первый, второй, это третий. Пятый, быстрее, на шестого, мой. Ого, вот это ты тут мочишь. Легче, Серега, надо быть умнее, он сейчас нас будет мочить. Да уже мочит он нас. Да не, эти гранаты очень слабые. Я буду ждать его здесь все равно. Так, а где он? Я его не вижу. А, это больно бьется. А, блин, меня в угол зажало и не пускает. Да что он кинул за дерьмо? Серега, молодец. Сейчас граната кончится. Сейчас. Все, истек ее срок годности. Меня гасит. Калашматит. Серега, где он? Вот я, пацаны, вот я. Видите меня? А, ты валяешься дохлый. Да. Так, всё. Всё, закончились представления. Давайте на сцену пошли. Я вас наругаю. Все, убегаю. А, да что? Да как? Что ты его мочишь? Да я как его убью. В эту комнату вы не можете заходить. Это моя секретная комната, вы ее не видите. Все, выходите отсюда. Старички. Так, сейчас мы что придумаем против вас? Думаем, что-то такое. Гениальное просто. Что-то придумаем. Ща, я вам тут отомщу, а то вы офигели совсем.
Нападать они тут думали. Ага, ага, конечно. Что еще тут придумаете? О! Ты поздно. Чё-то подойти не могу. Чё такое, меня отталкивает? Отступаем, отступаем, отступаем. Так, вот вам подкинул я немножечко приколов. Это прикольно, кстати, дамажит, но не сильно. И сейчас там будет хана, уродцы. А мне ничего не возьмет, ничего. Все человечество. Взяло. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.